Всем привет! Сегодня в рубрике «Полезные советы» тема «Как научить ребенка ездить на велосипеде». Столкнулся с такой проблемой, никак не мог научить свою дочь ездить на двухколесном велосипеде. Она на маленьком ездила, конечно, который с дополнительными колесиками. А сейчас вот 9 лет исполнилось, купили подростковый велосипед. Еще и подруга умеет кататься. Это, конечно, дополнительным стимулом послужило. Просто, значит, этот велосипед подростковый взяли, поставили посредине примерно обе звездочки. Ну, чтобы было средненько, чтобы пока скорости она не трогала. Опустили сидушку до минимума, чтобы она ножками доставала по земле. И таким образом сделал несколько кругов по парку. После того, как она научилась уже держать равновесие и даже иногда делала 1-2 витка педалями. Некоторые, кстати, педали снимают еще в это время, что кому мешает. Ну, ей мешали немножко, но не так сильно, тем более, что на 2 круга хватило, чтобы педали не откручивать. И затем постепенно она начала отталкиваться. И делать по нескольку витков. Затем поднял сидушку где-то на сантиметр, значит, чтобы, ну, ноги были в нормальном уже более-менее положении. Так, еще пару кругов, потом сидушку еще выше, еще пару кругов. Единственное, что мы столкнулись, то сидушка трет, и я ее раскрутил и опустил потом носик пониже, потому что носик был задран у сидушки. И все, то есть через час уже... Мы более-менее катались. Ну, конечно, когда осмелели, то, ну, завалились на газон. Один раз упала. Ну, а затем я сидушку поднял уже на максималку и катались нормально. Жалко, что сезон сейчас закончился. По крайней мере, через неделю, когда мы пошли уже в другой парк, мы уже спокойно могли кататься, как вот вы видите.